Всем привет! Я только с огорода пришла, у нас час дня. Начало, наверное, второго. С огорода пришла полола. И как тут началось? О, ветки везде валяются. Тут такой ураган у нас был. Кругом ветки. Хорошо, хоть большие не наломала. Погодка такая. Пошел опять ливень, только что прошел. Думаю, пойду посмотрю, что тут с ветками. Сейчас готовить буду. Пошли домой. Или ты тут будешь лежать? Такой гром гремит. Тебе не страшно? Ты моя тися красивая такая. Ой, такой чистенький. Из дома не на шаг, котенка. От дома не на шаг. Котенка задолбал уже. Пошли домой. Пойдем. Рыбу наелся. Минтай давали ему. Второй час дня. Девочки, домой зашла. Вот такая темнота у нас в доме. И эти здесь. Этого звала домой, не пошел. Поперся по грязи. Свет уже включил. В такой темноте сиди. Привет, кот. Дайте поснимаю. Только ел, блин. И у меня эта звездюлька маленькая. Погладить он просит. Ну, что ты мой, погладить его надо. Я его целую каждый день, чуть ли не в засос. Он только что ел, блин, ты чё? Блин? Вот такой кусок рыбы съел, еще ментая. Я ему давала. И корм давала перед этим. И опять есть давай. Так, показываем вам свой очередной заказ. А что еще приходило? Газировка. Палочки эти, трубочки. А. Ну, там кое-что мы уже съели. Показывать. Две коробки Барилла. А почему они вообще вышли? По 38. По 38 рублей. Ну, я взяла, чтобы отзывы написать. Ну, она пишет отзывы, а за отзывы еще это, ой, как ничего, свистнуло, как баллы даются. Ну, еще бутылочку масла с чесноком. Такие пряники слишком мягкие, они помялись, все, я думаю, уже пачку. А, еще не съели. Три пачки было. Четыре? Четыре. Три. Четыре. А когда вторую кто открывал? Первую вы открыли, я когда приехала. Вот у вторую я открыла. Маникюр после грядок. Вот такой вот давно хотела перец заказать. Сичуанский называется. Сичуанский. Сказали, очень вкусный, ароматный. Ну, я предполагаю, он мелкий-мелкий. Это обыкновенный горошек. Душистый. Там никто не сказали, говорит, запах обалденный. А потом я где-то прочитала, что, а, вот написано, перец душистый. Я бы знала, я бы его не брала, но Кате понравился запах. Вот это вот для шашлыков брали. Там девочки с ногти грязные, это, я просто с огорода помыла так руки. И вот такую вот заказала приправу для шашлыка. Короче, я сделала вывод, больше ничего китайского не буду заказывать. Кроме вот этих бульонов, бульоны будем брать. Ну, их нам надолго хватит. Я поняла, что этот я еще никуда не использовала. Открыли, только понюхали, пачечка там лежит. Обыкновенный душистый. Ну, пахнет он не как обыкновенный душистый. Ну, наш, вот, который у нас в магазинах продаются душистый горошек, он не пах. А у этого прям запах, запах, запах. Ну, а эту я на шашлыки брала. Ну, будем шашлыки с ней делать. Но она острая оказалась. Для нас-то пойдет. Ну, детям отдельно, нам отдельно. И таких вот три пачки вафель Яшкины. Тоже почем они? Ну, я не знаю, там 20 копейки. 20 чем-то. В магазине, по-моему, 70. Пряники 25 рублей, по-моему, ты говорила, да? Ну, помялись. И заказала вместе вот с этим душистым горошком такую лапшу. Я думала, она будет крупнее, когда достала ее, а я... Она такая тоненькая-тоненькая, варится 3 минуты. 1 килограмм стоит около 200 рублей. Ну, вы знаете, что вот такая лапша в магазинах очень дорогая. А если вот это у нас в магазине будет продавать, она будет стоить 400 с лишним это, рублей. Это, по-моему, на акции ты еще брала 400. Да, она была 400, не знаю. На акции я взяла другое. Это 400 с лишним, короче, обошлась 200 рублей. Ну, с копеечками-то. Так что вот такие вот у нас опять закупочка была. Небольшая в этот раз.
Одна 500 рублей стоит? Да, она на акции. Сколько она, стоила 545. 500, она была на акции, стоила 545. А где ты увидела? Угу. А вот, ну вот тут. А потом 423, и эту сумму еще пополам. Вот такая стоит. Кстати, вот это масло подорожало. Половина, полкилограмма стоит 200 рублей, а здесь целый килограмм. Ну, будем пробовать, потом скажу свое мнение. 219 рублей. 219. А перец что это? 138, 5 пачек. 5 пачек вот этого перца. Вот этого, да? А, мы еще 138 рублей. Шоколадную пасту Милка заказывали, покажи. 168 рублей стоит, очень вкусная. Ну, кто брал, тот знает. Она стоит 350 рублей, да, в магазине? По акции. Сейчас она уже 680. 680. Это у них 680. В магазине, по-моему, 450 она стоит. Ну, вот, а взяли ее вот за 300. Ой, сколько я уже забыла? 160. Ну, почему бы не взять на такую семью нам баночки? Не хватило. И, конечно, каждый по кусочку намазал и все. Вчера к нам приезжала покупательница за вещами. Набрала на приличную сумму. Ну, как на приличную? Ну, на приличную. И сразу Варвара вышла. Она ей подарила фломастеры. Покупательница наша. И вот такие карандаши. Упаковочки. Такие вот карандашики цветные. Варвара уже вчера рисовала. Нет, я не хочу. И потом еще уже уезжать собралась, отдала Кате вот такие вот желейки витаминные. Сколько они стоят? 800 рублей 60 пастилок. Катя сразу посмотрела, ей интересно стало, но ей стало неудобно, что это покупательница ей дает это, гостинцы как подарочки. Ну и она ей футболочку. Мы в Варваре оставляли, и она у них такую же давит покупательница. Вот так вот. Покупатель у нас еще со своими подарочками приехал. Дорвался до бумаги. А? И даже на ириску внимания не обращает. О, какой кайф. Варвара рисовала вчера. Вон тут разрисовки ее. А ой, а? Там столько картона было в бане. Че ты не грыз? Ой, все грохочет, как грохочет на улице. Ой, да вонючий. Персик. Ему ее. Куча такая красота. На столе рыба стоит, а он лапами, лапами. Тима красивый. Ой, злой, совсем злой котенка взяли, он совсем злой стал. Со мной уже не спит, и с ними тоже не спит. Ну, по крайней мере, на лежанке перестал спать. Раньше же спал, только на ней сторожил. Диму ее красивую красота, моя одноклассная. Ой, ой. Не замурлыкал еще? Ой, расслабься, расслабься ты. Так, девочки, здесь у нас голени. И два бедра я порезала, их вот на такие кусочки. Насыпала приправу даши, да? Это китайская приправа, бульон говяжий. Соевый соус, ложки три, наверное. Ложку майонеза. Майонез это для того, чтобы красивая корочка была. Копченую паприку, наверное, чайную ложку. Примерно полстоловой, чуть побольше сушеного чеснока. Такой есть, но я не стала ложить. Сейчас перемешаю и посмотрю на соль, если досолить. Да, все. Чеснок сушеный. Сказала, да? Чеснок, паприка копченая. Открыла такая она ароматная, девчонки. Не зря я ее взяла когда-то. Так, еще раз говорю, сушеный или такой чеснок, майонез, соевый соус. Копченая паприкой, все. И соль. Соль, я всегда добавляю еще соль. Сейчас, Катя, не этого, вот такого же сказала масло. Ну ты показала масло, да масло. Ну показала масло с чесноком. Ты на масло показала. Ну запах чеснока, чтобы еще сильнее был, ну еще чуть-чуть.
А тут много курицы. Будет гореть потом. Ложки и три масла. Ну, правда, тут еще майонез. Сейчас посмотрим, как по соли еще. Сейчас она перемешает. И будет у нас китайская лапша. И гречка. На гречку надо, там, наверное, овощи порезать. Так. Потому что да, а, с маслом. С молоком. Да кто, где и кто ест это с молоком? Я ела. Да? Последний раз сделали, я ела. Я думаю, что достаточно. Чего тут убрала? Мало соли? Такая мало соли. Мало соли, еще посолим. О, с паприкой какой краснючий стало. Что-то я, наверное, паприки много насыпала. Или паприка такая. Прям запах у нее. Так бы еще бы сичуанский перец положить, но боюсь, что не поесть. На листе, да, будешь? Нет, на противне, наверное, на этой. На стеклянном. Ну, утрамбуем ее, все. Противень, потом царапать его, мыть тяжело. Все. Да потом поверх еще закинешь. Ой, как грохочет. Ой, как я боюсь этого всего. Ну, так поплотнее было. Все. Что, не войдет, да? Спихаем сейчас. Войдет? Да, рыбу надо отварить и кормить котов. Ого, нифига мы так... Никогда столько не делали много. Ну, у нас Сенька же ест курицу. Ну, просто последний раз, когда сделали, быстро ее съели. Она сильно вкусная была. А что там делали? Мы там маленько одну подложку делаем. Каждому по разу хватило поесть. По разу. Я съела три, ты две и все. А, ну, по разу. Варьку. Варька у нас есть. А я что-то не подумала и съела три. А тебе две только досталось. Это же удивительно. Поэтому решили побольше. Здесь вот оставила это на суп. Чё, какой-нибудь. Настенька ножки ест. Варька любит курицу. Кате, да? Понравился этот с бульоном с этим и с паприкой. Сказала, вкусно очень. Такая красота. Варвара сидит, ест горошек. Вот этот, который Катя заказала. Да он больше на детский похож. Вчера эти приезжали покупатели, она там скакала с этой девочкой. 25 раз упала, вся исцарапалась. На, попробуй. Этот просто сладкий, а покажи, этот нет. Покажи, о, какую царапину сделал. Покажи. Вон, какую сделала. Ей этот открыли малюсенький. Он был сладкий, а мы он вот больше. Этот вот. Варвара, не надо руками лазить, ложку возьми. Так, опять самый простенький салат. Мы уже, наверное, год назад покупали эту горошек. Еще одна банка осталась. Горошек, чеснок. Кто чеснок не любит. Тебе вкусно? Кто чеснок не любит, можно с луком сделать. Все, не нравится ей. Так, горошек, чеснок и майонез. Все. Духовка нагревается, сейчас будем ставить. Будем теперь сладкий горох есть. Ой, там чуть-чуть. А. Она смотрит шортс или тикток это у нее. Жарко девочке, она вот так ходит, ей совсем жарко. У нас совсем дома душно. Так что салат у нас готов. Муж потянет. Что случилось? Кого-то там. Чего? Да кого? Горох застрял у него? Да. Горох застрял. Так, а рыбу сейчас надо отварить для котов. Так что вот салатик у нас готов. Гречка варится. Сейчас поставим лапшу варить. Горох у нее там застрял, короче. Где ребенок? Где ребенок? Где люди помогу хотели? Не поняла, что сказала. Катя говорит, лето, говорит, на дворе, а мы никуда не ездим. А куда ездить, если мы вот как с дня города, наверное, приехали, так и начались, и ветра, дожди.
И все, и дожди, вот сегодня говорю, пришла, грядку прополола, домой пришла, и минут через 10 ливень, гром, молния до сих пор сверкает. А время уже, наверное, 4 часа. Тимо и сладки. Так что никуда не съездить, ничего. Врешь. Открыла я лапшу. Вот такими порционными кусочками она сделана. Я 3 штуки закинула. 3 минуты и будет готово. И наш ужин будет готов. Сейчас я посмотрю. Все, девочки, наш ужин готов. Я себе что-то навалила, потому что я ее оторвать не могла. Она тянется, а Катя занята была в это время. 3 порции, это многовато. Одной хватает. Двух. На... Короче, 1 на 1 человека. Такая вот курочка у нас. Вкусненькая, наверное. Ну, я еще не пробовала. Лапша, девочки, вкусная. Это понравилась она нам с Катей. Пацаны не едят такую, потому что она длинная. Им гречку сварили. И полила этим соусом от курицы. Вместо подлива. Ну и, конечно же, салат из горошка. Так что всем приятного аппетита, кто в это время ест, и нам тоже. Ну а мы на этом заканчиваем видео. Всем пока-пока. Встретимся с вами в следующем.